составе футбольного клуба «Спартак Москва» получил Павел Маслов, номер 39-й. И предупреждение в составе футбольного клуба «Динамо Москва» Дубан Майсторович, номер 5. Уважаемые болельщики, на сегодняшнем матче в связи с проведением заключительного матча в профессиональной карьере Департамент судейства Российского футбольного союза благодарит ассистента судьи матча Романа Усачева. Роман провел более 150 игр в карьере в работе на матчах Кубка России и Чемпионата России по футболу среди команд Премьер-лиги, а также являлся арбитром ФИФА. Памятную медаль вручит председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.